Всем привет, меня зовут Маша, и вы на канале Цветанутая Я. Мы опять на дачу поедем на неопределенное количество дней, поэтому быстренько сниму вам сейчас новости с подоконника за август, потому что неизвестно, когда мы приедем и какие дела у меня будут, когда мы вернемся. Так, я пересадила все свои хвои, которые нужно было пересадить срочно. Остались такие несрочные, я их тоже пересажу, но уже когда буду заносить растения на стеллажи в комнату, то что балкон зимой холодный. Вот, и на очереди у меня пересадка остальных растений, которые в этом нуждаются. Здесь у меня полянка Алаказия Black Velvet в амху сейчас растет. Это Калатея Bluegrass. Очень классная на ощупь. Она на ощупь очень классная. Вообще, что-то ее не забирает. Она мне самой нравится. Я ее выставила в излишки чисто потому что места нету. Но она классная. Да, ладно. Вот, тут тоже кое-какие излишки. Мой фикус дуболистный отсадила в мини-флорариум. Хорошо там растет, разросся. Молодец. Так, спатифилумы мои. Ой, друзья, я же не сказала. Вы помните, здесь стоял огромный вот до сюда. Спатифилум сенсация у меня. Да, я его продала наконец-то. Все. Распрощалась с ним, теперь у меня появилось место для других растений. Мне его, конечно, было жаль, но ну, вот так получилось. Я нашла, кстати, где можно купить недорого детку, но я не хочу его иметь, потому что он слишком большой. У меня для радости, для моей, вот спатифилум Silver Rain. Вот этот надо обрезать, старый листочек. Silver Rain есть, да? Такой вот красивый. Домино. И ну, такие спатифилумы, да? Вот, хоечки мои. У меня радости хватает. Поэтому сенсацию, ну, ничего страшного. Он попал в хорошие ручки. Девушка очень приятная. Забрала его. Так что, надеюсь, все у него будет хорошо. Тут у меня мои хоечки пересаженные. Кое-какие не пересаженные, уже нормальные, ну, еще нормальные. Хоя Потси. Ну, красивая. Ну, зеленая, но красивая. Не знаю, я что-то. Она мне все с каждым днем все больше и больше нравится. Вроде бы не такая, ничего в ней необычного, а такая красивая. Ну ладно. Так, ну, про хои вам про все свои рассказывала. Показывала, как я их пересаживала. Гибискус у меня что-то засох, мой розовый, подсох. Мне кажется, он или умер. Одно из двух. Ну ладно, что поделаешь. Будет больше места. У меня красный гибискус. По-моему, он красный не махровый, как вот эта китайская роза, а колокольчиками. Красный колокольчик. Но не знаю, еще ни разу не цвел. Вот поставила его на солнце прям. Посмотрим. Может, что-то у него там процветет. Так, здесь адениум. У меня стоит под колпаком, потому что я его привила. Я сделала много прививок. Даже те, которые я вам не показывала. Какие-то показала, но потом еще привила. Потом, когда я его раскрою, это будет еще не скоро, я вам покажу, что там у него. Так, Агланема, пинк, ванила пинк, вот. Такая маленькая, розовенькая, она у меня стояла на северном окне, красиво, и не вытянулась даже, вполне себе нормально росла. Вот, наконец-то я другую Агланему из теплички достала. Все, пенечки укоренила. Сейчас они уже пошли в рост. Я вам попозже покажу. Там у меня на стеллаже. Мечтаю вырастить вот этот филодендрон. Крокодил. Крокодил. Какой-то там крокодил.
Нет. Блин, и все филдендроны забыла. Да, Ring of Fire. Давно я филдендронами не интересовалась. Вот что это вот за крокозябра у меня растет, как думаете? Это нормально? Что ему не хватает? Опоры? Напишите, кто по филдендронам нормально. Вот такая же крокозябра у меня, розовая принцесса. Это вообще, я когда буду доставать, потом осенью буду смотреть. Там просто заросли эти длинные ветки непонятные. Солнце, что? Вот это все лето стояло на балконе на солнце. Вот. Все, что вот она отрастила, это вот это. Да. Так, укоренилась моя церапегия большой. Кустик красивый, пушистый. Кстати, так легко укоренилась. Красоточка. Ну, у меня свои есть. Вот с розовой варигатностью, с белой варигатностью. Этот я выставила в излишке. И еще обычную выставила в излишке. Слишком много церапегии. Я решила, что оставлю вот эти варигатные, а эти не буду. Так. Это филдендрон. Как всегда, начинаешь снимать, и у тебя... Только что вспомнила. Опять забыл. Но тут крутится в голове. Я ведь знаю. Медуза. Да, как-то там еще леди или что-то такое там называется. В общем, она вот такая вот вытянутая, тоже не очень красивая. Вот на срез продавала макушку. Вот она новый лист. Рост растит. А вот здесь вот это она. Вот она красота-то где. Новые красивые листочки. Эта детка пошла от корня у меня. Вот здесь вот. Я ее отделю. И я, в общем, буду его пересаживать. Вот это почеренкую всю, весь страх. А вот эту детку я посажу. Буду радоваться. Так, тут опять хоечки. Здесь хоечки. Это у меня... Колумнея. Вот так вот забывается колумнея. А это Схинантус Мона Лиза многострадальный. Я ее в этом году ничего с ней не делаю. Она что-то плохо растет в этом году. Привезла с дачи кисличку фиолетовую. Вот такая красота. Она в клумбочке у меня большой росла. И... Ну, не в земле, а именно вот в такой большой кашпо. Стояла на пороге, прямо на улице все лето. И огромный... Это из одной луковки у меня огромный, чтобы вы понимали. Вот такой огромный горшок вырос. Цветет беспрестанно. На балконе ей тоже нравится. Так, тут я показала хоечки, которые... Вроде как, может быть, зацветут когда-нибудь. Так, вот здесь вот я выставила все свои суккуленты. Сейчас поливала немножко. Тоже на солнышко. Тоже им хорошо. Вот этот кактус я в излишке выставила. Мне его некуда ставить. Это так же, как с патифилом сенсация. Он интересный, симпатичный, необычный. У него тут такие заросли. Ну, уже когда буду заносить зимой, буду смотреть. Может быть, я его просто черенкану. И... А что делать? Выкину. Маленький черночек оставлю. Буду растить из черенка или наоборот как-то срежу. Я не знаю. Никто не хочет забирать у меня его. Значит, судьба такая. Так, тут... Тоже и хоечки. Тут мои хаворти. Так, отвлекли меня. Хаворти у меня, я две сажала вместе. Варигатная и зеленая. Пока растут, пока только недавно их пересадила. Фикус мой Беллис, да, по-моему. Так я свой шреверианну себе и не завела. Вот специально не завожу, потому что места не хватает.
Знаете, у меня закончилось мое обострение цветочное, и я все. Я уже ничего не заказываю, мне уже не хочется. Я как бы удовлетворила все свои хотелки, которые хотела. Я все заказала, все купила, у меня все есть. У меня есть виш-лист мой, список того, что я бы хотела еще купить, но, наверное, я его оставлю на следующий год. Единственное, согласна на обмен хоечками. Если кто-то захочет хоечки на любые растения, которые у меня в излишках, на другие хоечки, которые в излишках. А так специально резать не буду, только те, которые в излишках, потому что не хочу резать ничего. Я имею в виду хои. Другие растения могу срезать. Вот. Агланема. Могу срезать. Ее давно пора черенковать, например. Смотрите, какой длинный ствол. И стояла на балконе на солнце. Вот такая. Как тебя зовут? Пинк Аврора. Та ванила пинк, это пинк Аврора. Когда-то я давно-давно ее в закупке заказывала. В Москву ездила с дачи, с ребенком, с маленьким, чтобы ее забрать. Это был, конечно, квест тот еще. Это было где-то, не помню, даже метро, университет, что ли. Так, это моя Налина. Ее раньше было не видно в зарослях, теперь я вам могу ее показать. Здесь немножко размещение поменялось. Вот такой вот величины она, большая. И я не знаю, тоже она большая. Она слишком большая, и меня опять начинает раздражать то, что большое растение. У меня хотели забрать ананас, но девушка опять слилась. Пишут, я говорю, что там я на даче или там еще что-нибудь, я скоро приеду. Мне говорят, да, хорошо. Или наоборот, они пишут, что они где-то в отъезде вернутся, сразу приедут, прибегут, примчатся и все. И исчезают. Так, то почты, кстати, более такие собранные, более ответственные люди. Они оплачивают все, и от меня остается только отправить эту посылку, и все, я довольна. Так, ну, тут тоже все хоечки, хоечки. Зацвела моя хоечка карноза обычная. Такой у нее цветочек. Я уже где-то снимала. Вот такая красоточка. Так, что я хотела бы, конечно, сделать. Вот у нее этот цветонос, который цветет, он у нее на ветке. Ну, в общем, я хочу вот эту ветку с серебряными листочками почеренковать. Я не знаю, плохо это или хорошо, но я мечтаю, чтобы из нее пошел еще дальше такой серебряный рост. Получится, не получится, не знаю. Но попробовать можно, тем более это всего лишь карноза, ее не так уж жалко, да? Если сравнивать с другими цветами. Но опять же, я ждала, пока она цветет. Вот сейчас отцветет, потом буду, может быть, появится время, займусь. А может быть и времени не появится. Так, тут тоже у меня хоечки. Дэвидс Грин Кап, наконец-то стало ее видно. Зеленые такие плошечки. Ай, люблю их. Так, тут тоже у меня хоечки. Вилбур Грейвс скоро зацветет. Вот-вот откроются у нее ее цветочки. Но если мы уедем, то я этого уже не увижу, к сожалению. Ну, в принципе, там не такое уж большое различие. По-моему, с карнозой они очень похожи. Потому что это по-моему, как раз какая-то родственница карнозы, только серебряная. Ну, судя по листочкам. Не знаю, не уверена. Так. И краниана. Жду-жду, тоже цветонос отращивает. Посадила свою компакту сюда. Компакта тебе понравилась тут или нет? Я надеюсь, ей понравится. Очень переживаю, потому что она очень не любит всякие манипуляции с ней. Это моя... Вообще, после пересадки хои иногда болеют, и иногда даже не, в...
ну, пытаются помереть и приходится переукоренять вообще. Не любят они всяких манипуляций с собой. Так, это у меня... Ну все, да, вот поэтому я эти палочки, Дженнифер, палочки втыкаю, потому что забываю. Так, это у меня филодендрон, господи, Orange Prince. Но он пока не окрасился, надо его поближе к солнышку. Его родительницу я подарила сестре огромную. И она была красивая, рыжая. Она, он, не знаю. Так, что здесь еще я вам не показала? Ну, вроде особо так, вроде все показала. Тут у меня два филодендрона Бразиль и Миконс, которые никак никто не хочет у меня покупать. Они вот такие вот большие, хотя, наверное, на видео плохо понятно. Ну, вот такие. Они уже вышли из моды и никому стали не нужны. Уже всякие триколоры, биколоры, трампампам, всякие эпипремнумы. А вот эти уже все. Ну, вот этот вообще красиво очень смотрится. Этот мне просто надоел. Хотя когда-то тоже мне очень нравился. Ну, не хотят, как хотят. А, тут еще вот серебряный сильвер. Хастатум сильвер. Хорошенький. Вот тоже мне интересно, почему он у меня такой мелкий. Я в пятерочке сегодня смотрела. Такие листья огромные за 500 рублей. Вот такой вышины и такие большие листья. Почему у меня такой мелкий, скажите, пожалуйста. Ну вот тут его клещ поел, я его пролечила. Вот здесь все хорошо уже идет. Ну, а дальше что? Что-то я не так делаю с филодендронами. Надо мне поизучать эту тему, то я все сконцентрирована была на хоечках, а другие растения немножко подзабила на них. Так, на кухне у меня хлорофитум бонни, маранта триколор, мои папоротники, досада варигатная, тегерферн и... Все время забываю, как тебя зовут, вот этот вот. Вот этот вот. Эпипремнум, да, эпипремнум. Лемон чего-то там. Ну ладно. Ну, я думаю, вы помните. Это не филодендрон, который бывает лимоны, нет. Это что-то типа из эпипремнумов. Так. Мой эсхинантус мраморный. Блять, все растит, растит, растит. А где же листья? А листья какие-то мелкие пока. Здесь очень много я буду пересаживать. Вот этот, вот эту диффенбахию я хочу вот это, отделить вот эту вот детку. Приствольную детку. Хочу отделить, а вот эту вот продавать. Так, дальше Диффенбахия рефлектор. Я ее на следующий год буду черенковать. В этом году рано. На следующий год она подрастет как раз. И хочу рассадить антуриум красненький там. Или пересадить просто. Вот оставлю вот это все. Может быть, просто поглубже заглубить, посмотрим. Так, на эту стену я уже потихонечку начала что-то тут вывешивать. Но не знаю, сохранится ли так, или сюда хоечки поставлю. Вот туда поставила свою капризулю Филур Ленусия. Правда, единственное, когда мы уедем, здесь света не будет. Надеюсь, она не обидится. А Хоэ Локи после пересадки вот желтить начала листочки там. Это мой мачо. Нефролепис. Обожаю его, огромный. Единственное, я очень боюсь, чтобы он не грохнулся. Что-то надо думать. Пока буду думать, он грохнется. Либо стойку какую-то сюда поставить. Я уже смотрела стойки, но не знаю, как и мне здесь зимой здесь будет. Посмотрим. Если сюда что-то поместится, какие-то тумбочки. Ну, в общем, это буду планировать потом. Орхидейки. Вроде ничего. Живы. Там одна, это желтый лист, зажелтела. Остальные все нормально. Я их поливаю погружением. Пожалуйста, очень прошу не писать мне о том, что я неправильно, вот другие блогеры делают так, а вот я делаю то, как я делаю, неправильно.
Нет, ну можно, конечно, писать, но я орхидеи посадила классическим способом. Я не думаю, что это неправильно. Если кто-то современные способы использует, такие как в открытой системе, в керамзите, в амху, не знаю, какие там еще бывают, то ради бога, у них есть опыт этого всего, гидропоника, все для гидропоники и так далее, или просто опыт эксперимента. Я не хочу экспериментировать со своими орхидеями. Они мне нравятся такие, какие они есть. У меня их немного. Я хочу их сохранить в первозданном виде. Так что вот я их посадила. Растут. Все хорошо. В коре. По-классически. Я их замачиваю теперь раз в неделю. Они счастливы. Так, тут у меня бегонии. Это наконец-то Стауди начала обрастать детками. Все-таки хорошо, что я их пролечила. Что-то было не то с ними. Все-таки что-то такое было плохое. Так, тут задохлики. Это у меня пристрой. Это тут я перетаскиваю с места на место. Нефролепис фузита. Вот такая клевая. Классная. У нее две детки выросли. Их надо отделить, поэтому я поставила на видное место, чтобы не забыть. Потому что я хочу в излишки выложить, пока еще сезон не закончился. Это моя монстера, которую тоже, если ее не купят до зимы, я ее буду просто нещадно черенковать, чтобы освободить место. Так, здесь у меня бесконечные теплички. Теплички. Мои стрептокарпусы, да? Вот, так вот они выглядят после пролечивания. Хорошо они выглядят, растут. Я довольна, кто-то цвести пытается. А до этого они что-то даже цвести не хотели. Вот, еще буду глобальную обработку проводить одним средством. Но оно больно химическое, поэтому надо перетаскивать будет все свои цветы. Просто нещадно перетаскивать в ванну. Это столько мороки. Перетаскивать, опрыскивать. Маску, наверное, надо одевать. Тут, то есть, как бы уже на полках их не полечишь, как я делала до этого. Так, тут тоже пристрой, бегошечки. Вот она, агланема, которая начала прорастать у меня. Называется Ying Ruai, как-то так. Два пенечка, из них идет вот два ростка. Киниджана, которую я подумываю в будущем продать целиком. И купить кинжану варигатную или какую-нибудь там, некоторые разновидности есть всякие. Альба, варигатная и еще какая-то, какое-то название необычное. Вот. Если она не зацветет мне, она мне ни разу не цвела, то я ее буду менять. Потому что зелень у меня и так есть. А мне хочется цветение. Понятно? Все, я ее поругала. Надеюсь, она одумается. Кротошечка, которого я пролечила, тоже вот ожил, которого еще никак не пересажу. Его просто надо вовремя поливать. А я его подзасушиваю периодически. Вот, и он начал ветвиться, потому что верхушку ему поел кто-то. Так, алоказия моя, которая пришла из закупки. Пока такая. Маленький листочек, малюсенький тут отсушила, отжелтила. Я его отрезала. А вот это вот то, что осталось. Я не знаю, вырастет тут что-нибудь. Надеюсь, что вырастет. Я не знаю, может быть, надо было в тепличку поставить. Сегодня в пятерочке тоже видела алоказию. Уже поставила себе в корзину даже, но потом положила ее на место. Подумала, что надо сначала набраться опыта с другими алоказиями. Тем более, столько сортов красивых. Решила все-таки не покупать. Так, тут гунингатинг. Хоечка. И моя волшебная, прикольная снейли, моя дисхидия. С надувшимися листочками. Люблю ее прям, не могу. Хоин сулярис. Ну и, в общем-то, мой стеллажик с хоечками разными. Я их вам показывала
в видео про все мои хвои. Поэтому сильно показывать не буду. Покажу, вот кто мне тут пророс. Вот мои новички много роста дали. Растут листочки вот. Вот это вот... да, забыла название. Акута Red Form. Начала давать листик. И почему-то его отсушила. А вообще они не любят, когда я свет выключаю, когда уезжаю на дачу. К сожалению, могут также отсушивать свои листочки из-за этого. Но ничего, скоро я не буду ездить на дачу, пускай радуются. Так, Ваймани Ред моя. Посадила ее в минеральный грунт. Не знаю, что будет. Почеренковала Генуру. Здесь у меня от Адениума стоят палочки. Я никогда их не укореняла. Я не знаю, что из этого выйдет. Выйдет ли вообще что-нибудь. Так, это пристрой, черенки на пристрой. Я их еще буду укоренять. Руки не дошли. Дисхидия. Apple Leaf. Ну и так быстренько моя любимая полочка с маленькими хвоечками моими. С низкими. И дисхидиями. Дисхидии хорошо растут вот эти. Жалко, но миллярии у меня все погибли. Так, ну все, в общем-то, осталось только комната. Комнату показать. Мне там муж компьютер играет. Попробую вам потихонечку.